вами промелькнула Казань. Но как бы не замечательный был город, вы не расстраивайтесь, осталось немножко слетов в Казани, сколько, максимум 3, но это максимум 3 дня. Завтра, скорее всего, нам будет некогда. Завтра мы уезжаем вот в такую сказку, я надеюсь. Ну, конечно, до такой сказки еще очень-очень далеко. Потому что это позапрошлый год. Не прошлый, а позапрошлый. Это был очень снежный год. Год был уникальный. Высота вот этих снежных, по крайней мере, снежные обочины, ну, не знаю, на моей памяти, ну, раз... Ну, в 3 года, может быть, бывает. Если я вас не обманываю. А, скорее всего, вот таких точно раз в 7 лет. Это в Цикисовка, кстати. За прошлый год очень часто трассы заметало, очень часто трассы перекрывались. И это мы уже скоро подъезжаем к зимовью. И все равно... Какая бы некрасивая была средняя полоса России, но столько снега там никогда выпасть не может. А наши реки, я помню, когда это еще работало я на рыбном хозяйстве, все боялись о том, что Черный Иртыш могут с китайской стороны перекрыть, хотя по международным законам это нереально, вот это уже зимовье. И будет маловодный Иртыш. Мне кажется, вот с этими запасами снеговыми, которые происходят у нас в Восточном Казахстане, хотя бы даже раз в 3 года, нам о малой воде, я думаю, нужды нет бояться. Это просто невозможно. Посмотрите, там есть документальный фильм об Урале. Кошмар, кошмар. Там буквально Урал, Великая река. Это река для воспроизводства осетровых. Она была богатейшая по осетровым видам рыб: стерлядь, осетр, севрюга, белуга. Все эти виды заходили с Каспия нереститься. И какой там кошмар творится сейчас. Нет воды. Воды нет. Там практически не река, а лужа. Поэтому, ребята, цените свою родину. Цените эту красотищу. Это мы уже свернули в Синегорье. Синегорье — это постоянная вечная снежная сказка. Надо будет... Вот мы завтра поедем не на своей машине.